Как развлекаться в обильные снегопады, к чему приводят селфи во время движения и почему не стоит показывать свой статус, управляя дорогим автомобилем? Ответы на эти вопросы вы узнаете в рубрике «Сплошные проколы». На Сахалине пурга. Поехали. Кому-то снегопады доставляют проблемы, а кому-то приносят только радость. На Сахалине выпало так много снега, что его жители окунаются в него прямо из окна своей квартиры. В необычном развлечении приняли участие даже дети. Впрочем, без риска для здоровья так смогли сделать лишь те, кто живет на первом этаже. Принес жертву автомобиль ради красивого кадра. Молодой человек ввел видеорепортаж, одновременно управляя автомобилем. Скоро такая выходка достигла ожидаемого результата. Даже угодив в аварию, водитель не переставал держать монопод и продолжал снимать. Вот уж действительно профессионал своего дела. Желание показать себя дороже денег. В Польше молодой водитель решил продемонстрировать навыки своего вождения друзьям и подругам. Однако, не справившись с управлением, молодой человек столкнулся с припаркованными машинами. Никто не пострадал, однако о дальнейшем состоянии молодого человека остается лишь догадываться. Судя по его взгляду, все приключения еще впереди. Лисан Сабирова, Вызов 112.